Гарсия. Мы его сюда привели, американец, который занимался по линии ЮНЕСКО, и по кубинскому гранту, значит, был взаимообмен. Туда поехали наши русские ребята или из России, а из Америки сюда приехали. И вот по линии Айкамуз он изучал это место, и когда он увидел эти корпуса, он сказал: «Чикаго!» А наши говорят: «Трущобы!» Нет. Нет, не это разные, да, совершенно разные ментальности. Он восхитился, да, что это настоящее, да, да, Чикаго. Да. Потому что он-то человек, который сохраняет традицию и вписывает ее, у него профессия, и вписывает ее в современный контекст городской среды. А наши, привыкнув ко всему к этому, просто не ценят это, да, ни в копейку. Да, 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 да. И даже в грош ломаный. Это, да, разные, да, совершенно, да, менталитеты. Да, вот. Нет, 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 нет. 19 века, и первые корпуса были построены около фабрики, а постепенно они достраивались вплоть до, вот те корпуса уже строились в конце 19-го, в начале 20-го века, крайние, и соответственно давали, сначала давали ближе к жилью.